Что такое «Суперстрой»? Это выгодные и универсальные решения для строительства и ремонта. Металлопрокат для предприятий. Цемент и кирпич для дома. Сухие смеси и гипсокартон для квартиры. Беломатериал, крепеж и краски для дачи. Телефон единой справочной 66 45 45. Здравствуйте, это «Наше время», в студии Александр Ефанов, и вот лишь некоторые темы выпуска. Была ли трещина? Фасад здания школы номер 78 Оренбурга решили укрепить. И вот он упал вот на эти вот две решетки и загорелся. Когда голубиный помет сыплется изо всех щелей, из-за халатности коммунальщиков пенсионерка вынуждена терпеть непрошенных гостей в своей квартире. И незаконно передали особо охраняемые земли в частные руки. В Министерстве природы России имеются серьезные претензии к областному правительству. Дождливая погода заставила городских чиновников внести корректировки в движение транспорта на Радоницу. В частности, въезд машин на кладбище в Степном было решено запретить. Автомобили горожанам придется оставить на загородном шоссе, а дальше идти пешком или доехать на автобусе. Сегодня этот вопрос подробно обсуждали в администрации города. Чиновников выслушала Ольга Патрушева. Из-за погоды въезд на кладбищенский комплекс «Степной» решили запретить. Видимо, чтобы водители не рисковали, огромные лужи и грязь не стали причиной аварий в столь памятную дату. Оставить свой автомобиль можно будет в специально отведенных для этого местах. Под парковку оборудовали более 2 километров загородного шоссе. Организована парковка вдоль загородного шоссе. Вот здесь показано как раз красным левые и правые крайние полосы. А также на территории автосалонов «Тойота», «Лексус», Land Rover и Peugeot, вот как раз тоже показано, вот эти массивы автосалонов. Далее на общественном транспорте около автосалона Mitsubishi всех желающих будет ждать специально отведенный автобус. То есть все, кто припарковался здесь вдоль загородного шоссе или на территории автосалонов, подходят сюда и на посадку, и, соответственно, потом, когда автобус будет приезжать, он их будет высаживать тоже здесь. В остальном без изменений. На общественном транспорте можно будет добраться без пересадок. С 8 утра до 8 вечера к услугам горожан 150 единиц техники. Маршрут 46-го автобуса начинается в 10-м микрорайоне и заканчивается в Степном. Пазик под номером 60 проследует от Никольского собора до кладбища на Монтажников и далее также в Степной. Туда же пойдет автобус 60С от газовика. Завтра же с 6 часов утра ограничат движение по улице Тихая. Общественного транспорта это не коснется. Кстати, тариф на Радоницу немного снизили, до 15 рублей. Но все же предполагают большинство отправиться на личном транспорте. О всех возникающих проблемах на маршруте движения, пожалуйста, оповещайте в индивидуальном порядке срочно дежурную часть. Это 79-2050, 79-2060 или 79-2070. Жители, мы готовы их выслушать по телефону нашей мобильной муниципальной приемной 30-40-40 и диспетчерский центр, который также будет организовывать работу, это 44-69-29. Ольга Патрушева, «Наше время». Но между тем, дожди обещают отступить. По сообщению Оренбургского гидрометцентра, пасмурная погода сменится переменной облачностью. Начало атмосферное давление расти, за счет этого прекратятся осадки. В течение вторника, среды будет наблюдаться комфортная погода, то есть переменная облачность без осадков. Ветер в основном западных направлений, или переменный слабый, или западный слабый. Температуры воздуха будут отмечаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов ночью, а дневные температуры будут составлять в пределах 7-12 градусов выше нуля. Однако оренбуржцы порадуются солнцу недолго. К концу недели метеорологи обещают возвращение циклона и усиление ветра. Будет выходить новый циклон с запада. Центральная часть циклона будет проходить через Башкирию. Нас он будет захватывать только своей южной периферией. Атмосферное давление начнет падать. Появится натекание облачности, будет уже наблюдаться пасмурная погода в течение четверга, пятницы, субботы. Обрушений и трещин в школе номер 78 не было. Накануне в сети появилась информация, что на фасаде одной из школ на Малой Земле появились трещины, а часть стены якобы обрушилась. Свои доводы пользователи интернета подкрепили фотографиями. Правда, на них никаких разрушений не видно. Как утверждает директор, обрушений и не было. В школе проходили плановые ремонтные работы после того, как в начале апреля сотрудники заметили небольшие дефекты на фасаде.
что-то не понравилось, вот так не как обычная стена, вот незначительная. Сразу пригласили, да, неровность, сразу пригласила специалистов, чтобы специалисты своим взглядом посмотрели. Ну, как бы они, строители им виднее. Вот. И было принято решение, что все-таки нужно усилить конструкцию, дабы чего не вышло. На время ремонта три класса пришлось разместить в других кабинетах, но на учебный процесс это никак не повлияло. Все работы отложили на конец недели. Стены укрепили специальными стяжками. Как нам сегодня заявили в управлении образования администрации Оренбурга, этой меры вполне достаточно. В дальнейшем проведут отделку стены металлосайдингом, чтобы скрыть стяжки. Директора школы номер 23 Оренбурга уволили. Татьяна Неверова покинула свой пост. Об этом стало известно сегодня. Одним из поводов, вероятно, стал инцидент, когда из окна третьего этажа выпал ученик. Школьник хотел показать на подоконнике стойку на руках. Парень остался жив, однако сразу после ЧП проверку инициировали прокуратура и городское управление образования. Напомним, это не первый неприятный случай в стенах школы. Год назад подросток устроил там пальбу из пневматики. Тогда раздалось 6 выстрелов. По счастливой случайности никто не пострадал. Как сообщили в управлении образования, вопрос со значением нового директора пока не решен. Когда голубиный помет сыплется прямо в квартиру? К нам в редакцию обратилась пенсионерка, которая сталкивается с этой проблемой изо дня в день. Через вентиляцию в квартиру попадают не только экскременты, но и сами птицы. В непростой ситуации разбирался Иван Бер. Каждые 2 недели вот эта вот грязь идет. Это пыль, помет и все что угодно. Вентиляционный люк в квартире пенсионерки Татьяны Николаевны ежедневно преподносит новые сюрпризы. К примеру, вместо того, чтобы работать в качестве вытяжки, он втягивает прямо на кухонную плиту ведра голубиного помета. Причем это может происходить во время приготовления пищи. Незатейливая решетка по своему усмотрению нет-нет, да и приправит очередное блюдо, а то и вовсе жаркое подаст. Огонь вовсю горит, готовила обед. И вот он упал вот на эти вот 2 решетки. И загорелся. Пламя отсюда, пламя отсюда. Паленым это ногти прижили, вспыхнули. Этот факел, я с ним ничего не могу сделать. Я звоню в домоправление, они ко мне на 3-е сутки дошли, вот с промышленной 5. Причина такого безобразия – нечищенное чердачное помещение, вентиляция и отсутствие решеток на продухах технического этажа. Примечательно, что проживает Татьяна Николаевна на 3-м этаже 9-этажного дома. Пенсионерка уже не раз обращалась в местное ТСЖ, но пока все безрезультатно. Голуби по-прежнему продолжают наведываться в гости вместе с собственными экскрементами. Они вытащили дохлого голубя, пол ведра помета, не очень-то больно чистили. Но я их уже сама вызвала. И говорю, идите, чистите сами. Почему я должна этой голубятней заниматься? Чтобы помочь несчастной бабушке раз и навсегда избавиться от такой напасти, мы обратились в местную управляющую компанию, где нас заверили, что над этой проблемой уже активно работают. Не установлены решетки на продухе, на тех этаже. Эти работы включены в план работ на 2015 год. Во втором квартале мы обязательно выполним эти работы, зарешетим все оставшиеся. По 6-й квартире конкретно будет проведена по стояку прочистка вентканала. Сейчас эти работы оплачены нашей бухгалтерией, заявка сделано. В ближайшую неделю ВДПО выйдет и прочистит вентканал. Иван Бер, Вадим Нечаев. Наше время. Ну, если ваша проблема до сих пор не решается, вызывайте наших. Телефон редакции 310462. Министерство природы России вступилось за оренбургские земли. В федеральном ведомстве обеспокоены тем, что в областном правительстве незаконно передали в частные руки более 115 тысяч гектаров особо охраняемых территорий. Кроме этого, заместитель министра природных ресурсов и экологии страны Ринат Гизатуллин отметил, оренбургские чиновники приняли целый ряд решений, противоречащих российским законам. Вопреки нормам законодательства, в регионе были приняты постановления об упразднении государственных охотничьих заказников Воздвиженский, Пронькинский и Саринский. Были уменьшены границы заказников Сакмарский и Троицкий. Ни один из указанных проектов постановлений не был представлен в Минприроды России. Более того, вскоре после упразднения территории было размещено извещение о старте аукциона, победителю которого предлагалось заключить охотхозяйственное соглашение в отношении ценных лесных участков, ранее изъятых из заказника Троицкий. В письме губернатору Юрию Бергу Гизатуллин потребовал немедленно устранить нарушение природоохранного законодательства. Особо охраняемые территории предназначены для отдыха людей и экологического туризма.
Вместо того, чтобы развивать их, региональная администрация фактически закрывает эти территории для граждан и отдает на откуп частным предпринимателям. В Федеральном министерстве природы дали ровно месяц на то, чтобы в этом вопросе был наведен порядок. После этого в ведомстве отметили, что будут вынуждены обратиться в Генеральную прокуратуру. К другим темам. Делом оренбургских пчелок будет заниматься омбудсмен Анатолий Чадов. На его почту сегодня поступила жалоба, под которой подписались 162 человека. Это родители детей, занимавшихся в школе танца кредо. Ее закрыли за то, что девочки, которым нет 18, исполнили остромодный танец тверк. Эта история прогремела на всю страну. Но родители не понимают, почему везде разрешенные танцы в Оренбурге под запретом. А потому просят оградить их детей от оскорблений и разрешить школе танца работать дальше. Это не какие-то там, не знаю, распущенные, разболтанные, нормальные детишки, нормальным делом занимались. Ничего тут такого страшного. Мы, по крайней мере, вот на наш первый взгляд не усматриваем. Ну, коль обращение есть, мы будем заниматься им. В прошлом году аппарат уполномоченного рассмотрел более 2000 обращений. В большей степени они касаются решений судов и действий правоохранительных органов, тарифов ЖКХ, нарушения прав инвалидов. Впервые в этом году Анатолию Чадову предоставили информацию о средствах, которые оренбургские медицинские учреждения получили за оказание платных услуг. В прошлом году они заработали более 2 миллиардов 300 тысяч рублей. По сути, каждый житель области отдал за лечение 1200 рублей. Куда пошли эти средства – вопрос, с которым предстоит разобраться. Мы ставим вопрос перед депутатами с просьбой, ну, вместе с депутатским корпусом все-таки разобраться с составляющей этой цифры, из чего она состоит, где, как и куда потрачены эти деньги. Значит, совместно, я думаю, что вот далее мы будем продолжать работу с этой цифрой. То, что она огромная и впечатляет, она нас впечатлила тоже. В политике не участвует и счастлив. Первому главе администрации Оренбургской области Владимиру Елагину сегодня 60. Оренбуржье он возглавил в 91-м и был у руля до 1999 года. То есть в самые сложные переходные времена. Продовольственные карточки, безработица, закрытие предприятий, передел собственности. Команде Елагина предстояло создавать новые экономические и социальные условия региона. Тогда было очень тяжело, не было ни законов, ничего не было, и мы начинали фактически жизнь в новых условиях, снова чистого листа, в тех условиях строили такой своеобразный оренбургский совнархоз, то есть мы гармонично выстраивали всю систему управления. Несмотря на высокий статус, Владимир Елагин всегда был доступен, оставаясь открытым для прессы. Только пули свистят по степи. Семья Елагина как поет. Темную ты, любимая, знай нести. После поражения на выборах губернатора Оренбургской области в 1999 году Елагин переходит на работу в Москву. С 2000 по 2002 был министром по социально-экономическому развитию Чеченской республики. После этого в федеральных властных структурах больше не работал. И сегодня нам удалось дозвониться до Владимира Елагина. Как признался юбиляр, в Оренбурге он бывает очень часто, но только по личным делам. У меня мама же там, у меня сестры там. Да и друзья все там, и все там. Вот, а так в политике не участвую и счастлив. В России сегодня отмечают День донора крови. Особенной для себя эту дату считает ветеран 91-летняя Мария Мыльникова. В годы войны она служила санитаркой в Авака-госпитале и сама не раз сдавала кровь для раненых солдат. Так она в буквальном смысле спасала жизни. С праздником ветерана поздравил Виталий Сапожников. На фронт Мария Григорьевна Мыльникова ушла совсем юной девушкой. Ей предстояло примерить нелегкую, но столь нужную судьбу санитарки. Ухаживать за тяжелоранеными, которые остро нуждались в переливании крови. У нас был передвижной госпиталь, эвакогосп 39-23. И в период и операцию, и в период работы все было. Была необходимость, значит, тут же сдавай кровь. Конечно, ни о каком специальном оборудовании для переливания тогда говорить не приходилось. Солдатские жизни спасали в полевых условиях. Впрочем, война заставляла преодолевать любые трудности. Лежит больной, если истекает кровью, как можно его что-то
Простынь есть, закрутил и бей. А после прямо с фронта от вчерашних пациентов Мария Григорьевна получала вот такие весточки. «Вчера мне была влита ваша кровь. Теперь я чувствую себя хорошо. Сердечно благодарю вас. Надеюсь, в скором времени выздороветь. Обещаю вам, что, возвратившись на фронт, я с еще большей энергией буду драться с фашистскими варварами до полного уничтожения». Ветерана сегодня поздравил директор областной станции переливания крови. Ренат Гельмудинов подчеркнул, в годы войны донорское движение достигло небывалого размаха. Если в Первую мировую от потери крови умирали 65% раненых, то в Великую Отечественную – меньше 10%. В 50 раз было в период войны увеличено количество доноров, и каждый год на фронт отправлялось консервированной крови более 12 тонн. Так и прошла Мария Григорьевна всю войну до самой победы, которую она встретила все в том же эвакогоспитале. Был такой город Мукачево, это Закарпатье, вот сейчас где дерутся на Украине, Закарпатская Украина. Вот, и такой период был, что мы там стояли, и вдруг крик, шум, все мирное население, это такое ликование было. Вы не можете себе представить. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. «Наше время». В Оренбурге появились символы Великой Победы. В преддверии всероссийской акции одними из первых раздавать георгиевские ленты начали в Банке «Русь». Впрочем, черно-оранжевые символы – это не единственная акция, приуроченная к юбилею Победы. Подробности у Екатерины Волковой. Акция «Лента Победы» в стране еще не началась, но сотрудники Банка «Русь» решили, что носить символ можно и сейчас, тем более в особый юбилейный год. Потому рабочий день начали не с традиционных финансовых операций, а с торжественной церемонии – вручения георгиевской ленты. Сегодня мы вот во всех компаниях, которые связаны со мной, вручаем эти ленты, просим их, так же, как девчонки вот одели, до 9 мая их носить. Это очень хороший знак, что мы гордимся и помним всех, кого нет, и всех, кто еще живы. Честь им и хвала, и большая благодарность за великую победу. К инициативе Банка «Русь» присоединились еще свыше 800 сотрудников компании-холдинга, которым руководит Владимир Киданов. Кроме того, в память о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной, они собрали самые интересные факты об их жизни и подвигах на войне, которые стали теперь достоянием всех оренбуржцев. Материалы о героях опубликовали на стендах. В честь ветеранов планируют издать и книгу памяти. К сожалению, их с каждым днем становится все меньше и меньше. И это одна из возможностей передать тот подвиг, который они совершили. А сегодня в банке вместо голосов операторов звучат любимые военные мелодии. Оренбуржцы вспоминают День Победы. А полученная в подарок георгиевская ленточка – очередное напоминание о великом героическом подвиге ветеранов. Очень приятно. Потому что этот праздник, действительно со слезами на глазах. И что помнят молодые, это очень приятно. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. «Наше время». К новостям спорта. С крыльями не справились. «Газовик» накануне гостил в Самаре, где встречался с местными крыльями советов. Поединок завершился минимальной победой самарской команды – 1-0. Причем викторию хозяева поля добыли уже в компенсированное время после точного удара Сергея Корниленко. Отметим, что несмотря на поражение, оренбуржцы сумели сохранить за собой пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Ближайшего преследователя, ярославский «Шинник», «Газовик» опережает на 4 балла. Ну а другие новости спорта, как всегда, знает Сергей Тыщенко. Новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Все решится в третьем матче. Сыграны вторые полуфинальные поединки в розыгрыше плей-офф женской баскетбольной премьер-лиги. Оренбургская «Надежда» после тяжелейшей победы в Курске была полна решимости завершить серию на домашнем паркете, однако у «Динамо» на этот счет было свое мнение. Для желто-бордовых поначалу все складывалось очень даже неплохо. Хозяйки паркета атаковали результативно, получив после первой четверти приятное преимущество в 10 очков – 23-13. Этого разгона хватило и на старт второй четверти, ознаменованного дальним попаданием Марины Кузиной и точным средним броском Кэндис Дюпри. На этом подвиге оренбурженок и закончились. Наступило время снайперов курской команды. В итоге от 15 очков преимущества к большому перерыву у «Надежды» остались только 3. И потом уже никто не собирался отпускать соперника далеко. Качели продолжались почти до конца встречи. Впрочем, заключительные 3 минуты забивали только гости. В итоге «Динамо» выиграла 65-59 и сравняла счет в серии 1-1. Теперь все будет решаться в третьем матче. Путевку в финал команда разыграет 22 апреля в Курске. «Надежда» полна решимости взять реванш.
реванш за домашнее поражение. Все равно мы сохраняем веру в себя, веру в команду, друг в друга, и мы выиграем, потому что наша команда лучше. Начали с поражения. Новотроицкая «Носта» проиграла первый матч весенней части первенства страны по футболу среди команд второй лиги. Гостевую встречу с «Ульяновской Волгой» «Столивары» начали неплохо, однако хозяева вскоре перехватили инициативу и под занавес первого тайма открыли счет матча. Отличился Ильнур Мухамединов 1-0. Во втором тайме «Носта», стараясь отыграться, пошла в атаку всеми силами, но ульяновцам удалось не только сдержать натиск нашей команды, но и на 51-й минуте удвоить свое преимущество. Гол забил Виталий Аралин 2-0. После второго забитого мяча, чтобы освежить игру в атаке, Дмитрий Емельянов сделал сразу две замены, выпустив на поле Дмитрия Подружко и Фидана Хабибуллина. Последний имел возможность отквитать один мяч, но, замыкая подачу с фланга, попал в вратаря. Отличиться мог и Виктор Карпухин, пытаясь замкнуть подачу с фланга, но ему не хватило точности. Фортуна в этот вечер была явно на стороне хозяев поля, и в одной из атак дальним ударом окончательный счет в этой встрече установил Марат Сафин. В итоге 3-0 «Волга». И пока это все новости спорта. До встречи. Ну и напоследок, в Осикеевский район прилетели редкие для нашего края птицы – пеликаны. Как сообщили местные жители, птиц было несколько. Они отдохнули на водоеме и улетели в южном направлении. А один остался. Скорее всего, у пеликана не хватило сил для дальнейшего перелета. Люди утверждают, птица сильно истощена. Ее взяли под опеку. Удивительно, но пернатый гость не боится человека и ведет себя вполне миролюбиво. Кстати, кудрявый пеликан внесен в список глобально редких видов птиц. Обитает в Китае, Индии и Ираке. Ну и далее в выпуске информация об отключениях. Завтра на некоторых улицах Оренбурга и Оренбургского района не будет электроэнергии. Более подробная информация представлена перед вами. Телефоны горячей линии 56 83 38, либо 98 48 48. Ремонтные работы продлятся до 6 вечера. И на этом пока все новости. Будьте с нами, живите в наше время. До встречи. Что такое «Суперстрой»? Это выгодные и универсальные решения для строительства и ремонта. Металлопрокат для предприятий. Цемент и кирпич для дома. Сухие смеси и гипсокартон для квартиры. Беломатериал, крепеж и краски для дачи. Телефон единой справочной 66 45 45. Спонсор рубрики «Мега-аптека». Во всей сети «Мега-аптека» акция «Стоп-цена» на самые популярные медикаменты месяца с дополнительной скидкой до 20%. Аптечно-справочная служба 433-433. «Мега-аптека» акция «Стоп-цена» на самые популярные медикаменты месяца с дополнительной скидкой до 20%. Аптечно-справочная служба 433-433.